Жил я славно. В первой трети 20 лет на Божьем свете по влечению. Жил безбедно и пределе, плыл, куда глаза глядели, по течению. Заскрипит ли в повороте, крутанет в водовороте, все поправится. То обуюсь, то разуюсь, на себя в воде любуюсь, очень нравится. Берега плывут за лодку, ну а я ласкаю глотку медовухою. После лишнего глоточку, глядь, плыву не в одиночку, а со старухою. И пока я удивлялся, пал туман и оказался в гиблом месте я. И огромная старуха хохотнула прямо в ухо. Ах ты, бестия! Я кричу, не слышу крика, не вижу от страха лыка, вижу плохо я, на ветру меня качает. Кто здесь, слышу, отвечает, я нелегкая. Брось креститься, причитая, не спасет тебя святая Богородица. Кто рули и веслы бросил, раз нелегкие заносит, так уж и водится. Глядь, на берегу вторая, лодку к берегу, косая, морда хитрая. Ты, кричи, плывешь над бездной, я спасу тебя, любезный, слезы вытру я. Я кричу, ты кто такая, отвечает, я? Косая, я кривая, я тебя вывезу. Вот понимаете, вот как вот, вот сложность. Не буду читать. Не всегда все получается, правильно? Ладно, мы сейчас мы говорили о Пушкине, о Бродского, сейчас Бродский, и я это тебе включу. Иосиф Бродский.